Здравствуйте, друзья, на нашем канале. Сегодня мы обрабатываем семена свеклы. Очень часто бывает такое, что свеклу посеял, потом нападают на нее маленькие насекомые, которые съедают, буряк полностью пропадает. Если вы замечали, продаются семена, например, тех же самых огурцов, уже обработаны определенным химикатом. Точно так же можно обработать и буряки. Использую я в этом году вот такой стоп-шук. Он используется как для буряка, так и для картофеля, помидор и других. То есть можно обрабатывать картофель, можно обрабатывать рассаду, можно обрабатывать семена. Здесь указано, что их нужно замачивать, но замачивать семена в яде, потом их просушивать очень как бы накладно. Поэтому как я использую? Взял вот такой опрыскиватель, развел как необходимо этот стоп-жук и просто так опрыскиваешь всю поверхность семян, потом перемешиваешь и опять опрыскиваешь. Таким образом, то есть ты их обрабатываешь, но не надо потом их сцеживать и, естественно, просушить по ветре необходимо для того, чтобы сеять севалки. Но уже не настолько нужно с ними играться. Опрыскали, перемешали, еще раз опрыскали. То есть так, чтобы все семена были обработаны. Если вам это было полезно, ставьте лайк. Если вам интересно то, как мы занимаемся растениями, животными, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои мысли. Если вы как-то по-другому обрабатываете, напишите в комментариях. До встречи в следующих видео. Смочили вот до такого состояния. Теперь немножко просушиваем. И севалкой сеять. Успехов вам! Хороших урожаев!